И что вы думаете? Да, конечно, у нас не всегда, а точнее даже будем говорить, что это более интересный вариант. Когда 1 ноября я вам показываю результат. Уж не сильно беспокойтесь. Скоро, через полтора месяца, ну, может быть, чуть-чуть с небольшим, здесь уже начнет светать. Но мы вам показываем качество. Качество в режиме, потому что не каждый первый встречный этого может сделать. А мы сегодня вам показываем то, что вы можете купить. Купить недалеко. Магнитная 111. Это основная часть. И по этой основной части вы ездите и с левого берега на правый, и обратно. И я бы вам рекомендовал заехать сюда и посмотреть. Может быть, ваша машина будет еще вкуснее. Что возможно. Почему мне нравится режим? А потому что я своими недешевыми камерами показываю вам результат. А результат еще и тот. И вернемся к результату Best Auto. Пока я здесь снимал, человеки купили качественный автомобиль. То есть до закрытия вы получили машину. Причем без дилерских приколов. Слово дилеры. Так что такое дилеры? Вот оказывается, что машина стоит, ну, не сильно-то и дорого. Но когда мы приходим за машиной с суммой не сильно-то и дорого, они говорят, что это, ну, какой-то вам был такой презент, типа, чтобы вы сюда пришли. А затем, если вы собираетесь эту машину купить, вам прилепят еще и не только и в кредит. То есть за нормальные деньги, за сумму, которая вам озвучена, вам машину не продадут. Потому что это нехорошие товарищи. Совершенно нехорошие. А я вам говорю, что без косяков. Но качество Японии, Германии, Америки и Южной Кореи здесь в Best Auto есть. Где именно? Без течи. Все находится в Best Auto на Магнитной 111. В нашу цену мы воткнемся. Так мы воткнемся в нашу цену и определимся с вариантами. Что даже сегодня и сейчас однокомнатная квартира, эта сумма уже за 2 миллиона и выше. Почему? Ну, это уже отдельная тема. Мы говорим о цене вопроса, которая будет ниже, чем 2 миллиона. Даже ниже, чем 2 миллиона вообще. Ниже, чем 2,5 миллиона, это уже однозначно. Так еще и ниже, чем 2,5, грубо говоря, на 250 тысяч. Падаем вниз. И если вы честно хотите узнать, сможете ли вы ездить на таком автомобиле, от Nissan, или сможете на таком машине от Chevrolet, да пожалуйста, берите. И это все стоит абсолютно нормальных денег, а не космос. Когда мне втирают, я втираю суммы моих друзей на комбинате. Из всех немногих после 50 годков сумма от 150 тысяч рублей на руки есть. У всех. Я походу лоханулся, но так бывает. То есть в принципе любой кредит достойных машин в Best Auto на Магнитной 111 может даже не напрячь семейный бюджет. Зная о том, что еще и жена имеет примерно сумму более 50 тысяч. Конечно, пенсия мне после топа нравится. Но и они, покупая машину, могут и отдыхают за рубежом. Не надо думать, что покупка качества, проверенного и временем, и отношением к машинам все разрушит. А нет. Когда нам говорят, насколько, я говорю вам, а не насколько. Потому что в отличие от других структур, которые занимаются продажей автомобильных, в смысле автомобилей, то есть там какая ситуация? Человек ушел с работы с отдельным количеством минимальных денежных средств и решил заниматься продажей автомобилей. Внедряется все хорошо и красиво, и в итоге кто попадает? Во-первых, попадаете вы, потому что человек взял деньги, вложился, ему уже надо, чтобы это все дело откинулось на круги своя, да? То есть там еще и ценники, и все остальное. Здесь немножко все совершенно по-другому, и даже если мы будем говорить о нашем новеньком мероприятии, в которые это очень даже хорошо, вы туда зайдете, там даже повеселее, то мы определимся с чем. Все это делается неторопливо, потому что здесь не собирается никого обманывать. То есть вы покупаете качественную машину, причем качественных машин здесь в действительности больше. Просто зайдите, посмотрите, сколько их, а потом проедете по остальным конторам, которые вам машину продают, и поймите, что если вы приезжаете в Best Auto, вы получаете качество, и это, в принципе, не сильно такие дорого, и можно купить.
пока вы смотрите, вы внедряетесь, что только в Best Auto есть то, чего нет нигде. Я не против Китая, но это 1,5 литра и турбо, а 2 литра, а 2,5. А машины логично ориентированные на больше, чем по дилерской гарантии пробег. Я не против Китая. Но где Европа? Где Япония? Где Америка? Где это? Только здесь. И знаете, если сразу все поменять, а ориентируясь на мировую столицу, и все это производится, а именно на Китае, зная о том, что в Пекине все катаются только на иномарках, имеющих лучшее китайское качество, то вопрос ремонта с заменой всех расходников – это копейки, а качество немного другое. Так что подумайте и не переплачивайте. Если вам чего-то не доезжает, еще раз, вы все это дело сможете посмотреть, во-первых, и в эфире, а во-вторых, в Ютьюбе. И поняв о том, что сам Пекин, который ездит на иномарках, а в Пекине, Пекин, знаете, что такое? Это столица Китая. Так вот, качественные китайские машины в самом Пекине, это были только автобусы и грузовики. А в остальном они катались на иномарках. Но при этом вам надо понимать, что все эти иномарки делаются где? Естественно, и Форды, и Линкольны, и Мерседесы, и Фольксвагены, и Ауди, и Вольво, и БМВ. Все это есть представители, которые выпускают все это дело в Пекине. А Пекин позволяет делать на все эти вещи запасные реально копеечные части. То есть думайте головой. И все это в лучшем и в большем количестве в Best Auto на Магнитной 111. И пока мы не будем никуда прыгать, вы видите, машина с гарантией год. Это гамм-машина с гарантией год. То есть вы взяли ее здесь, получили то, что вам нужно. А к слову о том, давайте все-таки про кредиты мы будем говорить. Они никогда не стоили дешево, не надо сказки мне рассказывать. И, в принципе, когда вы сюда зайдете, вот в Best Auto, спокойненько, там даже можно в тишине, пока ребенок будет заниматься своим творчеством, оформить любую форму кредита, потому что здесь представлены все автомобильные структуры, я имею в виду, все, кто дают автомобильные кредиты. Так давайте все-таки определим, что раньше никогда кредиты дешевые не стоили, это вообще такой бред сивой кобылы. Сегодня они, как бы вам сказать, ценники-то все такие остались. Только сегодня они убрали страховки там отдельного типа, да? И вы можете по той же самой цене, что и раньше, брать здесь то, что вам необходимо. Потому что не все первые человеки умеют возможность купить новую машину. Хотя, с другой стороны, тут даже вариант в чем заключается. То есть, может быть, такая ситуация у вас возникает, что вы свою машину лелеяли. И она у вас была ровно в таком же состоянии, как только вы ее купили. Так вот, вы приходите сюда, у вас ее купят, а небольшую сумму, ну, ориентировочно, может быть, 1300-400, вы можете спокойненько взять здесь в кредит и не парить никому мозговые озверины, потому что этого не нужно делать. Тоже год отработали, потом это уже продали. В принципе, я сейчас объясню. Есть мои товарищи, которые уже начинают работать на комбинате, и, как бы вам сказать, это мои друзья. Я, конечно, в свое время жил хорошо и красиво, может быть, сейчас это можно сделать, но это уже тема отдельного. То есть, в принципе, сегодня сейчас сумма 100, 150, 200 тысяч рублей – это не проблема. Есть люди. Если вы работаете на комбинат, еще раз говорю, что надо работать и на комбинат, потому что наша жизнь – это не только пиликалки на компьютере, а все остальное. А даже если это пиликалки на компьютере, вы все равно не сможете ни покушать, ни чего-то приготовить. И мало того, без машины, которая является компоновкой металлопроката, резиновых изделий, проколеса, пластика и всего остального, плюс двигатель, а он в большинстве своем все-таки сделан из металла, это наша жизнь. И не надо думать, что вы должны быть айтишниками. Вы же поверьте мне, крутые специалисты, а у меня брат, он мастер на домне. Тема весьма интересная. Это можно, и вы это можете сделать. И потом уже, сделав все красивое и получив удовольствие, а почему не купить качественную машину? Тем более качественная машина. И за недорого есть Best Auto на Магнитной 111.